Лютики цветочки в поле колыхают, ветерок шальной нежно обнимает. Степь цветет и пахнет, эх, вокруг раздолье. Троица настала, и душе привольно. Люди наблюдательные замечают, что даже забыли, откуда поставили синяк. Просто надеваем какие-то уже такие летние какие-то маечки. Смотрю, здесь синяк, здесь синяк, здесь синяк. А откуда они берутся? 17 июня. День Митрофана назван в память святого отца Митрофана, патриарха Константинопольского. По воле императора Константина Митрофан стал первым патриархом Константинопольским. Ведя богоугодную жизнь, он обладал даром прозорливости, предсказал, кто будет последующим патриархом. Хотя он и не был на соборе в Никее, но послал своего человека выступить против арианской ереси. Прожил долгую жизнь, 117 лет. Ныне святой пребывает в бесконечной жизни. В народе этот день называли Митрофан навозник. И все потому, что навоз был залогом будущего урожая. И сегодня на Митрофана нужно было обязательно удобрить землю. Без навоза батюшки не жди хлеба от земли матушки. Подмечали, что сегодня лен вырастает. День тем силен, что вытягивает лен. Начиналась русальная неделя, за которой следовал день Ивана Купалы. Приметы. Если в этот день дождь, то он продлится весь день и будет много грибов. Ну что сказать, акклиматизация закончилась, можно плавать. Сейчас я вернусь.